Пока не вижу ориентир. Сигнал будет с минуты на минуту. Давай подождем. Хорошо, захожу на второй круг. Цель видна. Открыть бомболюки. Yeah!
Красные партизаны несут вам смерть. Ваши дома, ваши семьи, все будет уничтожено. Любая помощь, оказываемая партизанам, будет расценена как угроза безопасности Великому Рейху со всеми вытекающими последствиями. Рад вас видеть, господин Эркерт. Мы в этой глуши уже отвыкли от официальных приветствий. А вы привыкайте. Это звучит так, как будто вы гордитесь этим. Да ну что вы. Говорят же, если ты в Риме, веди себя как римлянин. У меня к вам личное сообщение от фельдмаршала фон Кюхлера. Оставьте нас одних. Так точно. Генеральный фельдмаршал Георг фон Кюхлер передает вам свою благодарность. Ваш агент сработал филигранно. В результате ночной бомбардировки уничтожен дивизион «Катюш» и еще много новой русской техники. Но это даже не половина успеха. Если агент сделает все, как мы договорились, то все пути к Ленинграду для советских войск будут отрезаны. А ваш агент действительно имеет такое значение в русском штабе? Более чем. Самый настоящий генерал. Если хотите, можете ознакомиться с его досье. Оно у меня на столе. Чуть позже. Детали, конечно, очень интересны, но результат. Вот что имеет значение. На Волховском фронте будет все так, как решит наш агент. Не сомневайтесь. В ближайшее время мы рассчитываем с его помощью нанести русским такой удар, от которого они уже не оправятся. А пока будьте нашим почетным гостем. Не хотите отобедать с дороги? Местная кухня вполне сносная. Рекомендую попробовать бигос. Не мюнхенская капуста, конечно, но очень недурно, на мой вкус. А вы как считаете, майор? Абсолютно согласен, господин генерал. Сильно разочаровали, господин Сушков. Заберите. Разрешите, Алексей Бельянович? Заходи, заходи. Черт живучий. Я уже думал, что больше не свидимся. Как приказа помирать-то вроде не было. Не было, не было. Садись, Жор. Эх, скажи, ты видел, как началась эта мясорубка? Я только первый взрыв видел. Он был достаточно мощный. Издалека его было видать. Считаешь, была наводка? Алексей Ильянович. Если вас интересует мое мнение, я думаю, что информация о диверсионной группе была наживкой, а главной целью была бомбежка. Мало того, они знали, что бомбить, где и когда. Так вот, откуда они знали? Хороший вопрос. О том, что секретный полк «Катюш» прибыл на Волховский, знало только командование фронта? И если ты прав, значит, в штабе фронта окопался крот?
Его взяли? Я не уверена, но... Так взяли или нет? Сама я не видела. Думаю, что да. В город он не вернулся. Ты можешь узнать, что с Сушковым? Этого недостаточно, если это липа. Ты же вхожа в замок, так? Сушков сказал, что все доказательства здесь. Он был приближенным самого Бергера. А я просто брею начальника охраны каждый четверг. Я больше ничего не могу. Ничего, ничего, Вася. Товарищ чекист не в тебе сомневается. Этого уже достаточно. Большего пока не надо. Свободно. Петька! Ау! Проводи. Если Сушкова арестовали, здесь оставаться больше нельзя. Слишком опасно. Нам нужно проявить пленку и отдать материалы в центр. Да о фронте есть кому позаботиться. Помни там меня. А вот за этих людей я отвечаю. Только я и больше некому. Да. Значит так. Берешь двух бойцов, идете в лес, ищите новое место для лагеря. Ясно? А я позабочусь о пленке. Есть. Выполняй. Забегай! Акулич! Со мной! Выходи на связь с центром. Срочно. Где Ольшевский? Да вот, товарищ командович. Ну что, адъютант, лежаться решил? Ну что же, тоже дело. Как ты? Держусь, товарищ командующий. Данные по разведке здесь. Простите, что я... Перестань, перестань. Заштопывать будешь как новенький. Мы с тобой еще таких дел натворим. Жене, прошу, передайте. Вот что, адъютант, слушай мою команду. Приказываю выздороветь и вернуться в строй. Срок неделя. Как понял? Так точно. Вот. Молодец. Ну, письмо пусть у меня побудет. Ну так, для сохранности. Сам его передашь ей, так что. Ты. Коля. Коля, ты чего? Коля. Сестра! Сестра! Сделайте что-нибудь. Ну, что? Что вы на меня смотрите? Быстро врача зовите! Товарищ командующий. Что? Я боюсь, что уже ничего не поделать. Получена пленка с доказательствами того, что генерал Лосев был завербован немцами. Заходи, заходи. Что случилось?
случилось. Помнишь, мы с тобой гадали, кто может быть кротом в штабе фронта? Так точно. Так вот, поступила непроверенная информация, что предатель якобы генерал Лосев. Я прошу прощения. Что значит непроверенная информация? Это как? А то и значит непроверенная. И тебе, капитан, придется ее проверить как следует. Мы тебя забросим в немецкий тыл рядом с городом Немеж, Западная Белоруссия. Угу. Задача – связаться с партизанским отрядом, из которого и поступило донесение, и выяснить все досконально. Когда пришла информация, откуда, кто передавал, можно ли доверять источникам. Ясно? Так точно. Пароль для партизан. Говорят, в этом году ягоды много. Отзыв может и много, но не каждый найдет. Угу. Еще партизаны упомянули про какую-то микропленку с доказательствами. Найди ее, Волков. Найди. Хорошо. Когда могу набирать группу? Уже набрали. Не понял. Кого? Лицом к стене. Даю вам последний шанс. Вы совершаете чудовищную ошибку. Мы офицеры Красной Армии. Товсь! Цельсь! Не бойся. Пли! Семенов Павел Романович, если вдруг забыли. Это, я смотрю, рожа знакомая. Послушайте, Волков, прекратите эти истерики. Ведите себя подобающе. Слушайте, осторожней сейчас. Я ведь здесь и ответить могу. Что-то останавливает? Цель, это и есть мой напарник. Волков. Выйдем на минуточку. Иди-ка покури. Алексей Михайлович, я вот с этим никуда. Это приказ Жора. И он не обсуждается. Семенов человек Абакумова. Хорошо, я-то здесь при чем? Да при том. Это моя личная к тебе просьба. Лосев мой старый боевой товарищ, мой друг. Понимаешь? Угу. Я его знаю. Не может Лосев быть предателем. Не может. А с Абакумовым у них давние контры. И Семенов будет искать любое подтверждение того, что он завербован. А этого быть не может. И в этом деле я могу доверять только тебе. Хорошо. После чего, как сообщил старший лейтенант Семенов, гражданин Волков, грубо нарушив обязанности дипломатического курьера, оставил ценности и пакет с совершенно секретной информацией в ненадежном месте. Это подставило под удар советскую агентурную сеть в высших эшелонах власти Германии. При попытке исправить ошибки гражданина Волкова погибли люди. Фашисты уничтожили целый партизанский отряд. Ну что, старший лейтенант Семенов сам это не предотвратил, а? Он же там был.
По тяжести совершенных преступлений гражданин Волков заслуживает самого тяжелого наказания. Давай, не тяни, говори. Расстрелять бы тебя. Но майор Ермаков походатайствовал за тебя у товарища Абакумова. Поэтому отправишься в полковую разведку одного из фронтов, где и сможешь искупить свою вину кровью. Ну, спасибо тебе, старший лейтенант Семенов. Что, Павел Романович, хреново тебе? Вот погоди! Вернешься, а какой-нибудь твой сослуживец начнет тебе допрос с пристрастием устраивать. С какой целью заслан? На кого работаешь? Почему ровно не стоишь? Ты думаешь, я такие проверки ради собственного удовольствия устраиваю? Война идет. Ты мне расскажи про войну, особист. Ну а как ты хотел? Протокол таков, инструкция. Понимать надо. Пока не уничтожу не только партизан и так называемое сопротивление, но и всех сочувствующих, коммунистов, комсомольцев, активистов и прочих собак. Рейх – это будущее. Рейх – это навсегда. Бороться с нами бесполезно. Вот к чему это приводит. Убийца! Вынул? Нет. Все, полюбовался. До лагеря партизан 5 км. Давай рацию понесу. Сам справлюсь. В Москву еще сообщить надо. Слал черт напарничка. Я вот никак в толк не возьму, Семенов. Почему тебя со мной послали? Опыта у тебя никакого. Особистый в тылу к немцам. Приземлился и то через жопу. Почему ты, Семенов? Не хуже других. На рации. Разберемся. Если я не выйду на связь, в Москве решат, что наша группа погибла. Согласно инструкции, я, чтобы ты не стал, обязан сообщить, что мы на месте, что приступили к выполнению. Ну, раз согласно инструкции. Слушай, я серьезно. Москва теперь далеко. Нам с тобой неизвестно, что предстоит. Я не первый раз за линии фронта. И в таких делах без доверия никак. Поэтому давай-ка без инструкций. Зачем тебя послали? С такими вопросами тебе самому в особисты.
Это все лирика, Семенов. Почему ты? Не хуже других. Да погоди ты! Кто вам дал приказ напасть на партизанский отряд? Никто. Мы его просто случайно обнаружили. А ведь есть директива, чтобы уничтожать партизан. Запомните, Алис, Рейх – это дисциплина. Дисциплина не предполагает случайностей. Ничто ни в этом городе, ни за его пределами не должно происходить без моего ведома. Это ясно? Да, так точно. А это я обнаружил у одного из партизан. Похоже, нет больше лагеря. Тела где? Ни одного. Не видел откуда? Нет. По-моему, он там один. Поверху, да? Я попробую пойти. Я тебя... Партизан? Семенов, дуй сюда! Колеса вы точно убили. Сам видел. А Чернова, командира нашего, не знаю, может, и жив. Предали нас. Не могли полицаи знать. В городе сопротивление есть, наверняка из них кто-то. Наши не могли. А про генерала ничего не слышал? Какого генерала? Мне так-то никто ничего не говорил. У нас Колесов всеми делами занимался. Сопротивление, знаешь кого-нибудь? Девушка в отряд приходила, но я не знаком с ней. А вот Осипа в прошлом с соседями были, знаю. Отвезти к нему можешь? Могу. Только, может, это он и сдал нас. Соображает. Угу. Вчера родился. В отряде вроде рация была. Ясно дело. А мы ничего не нашли. Уж какие детали остались? Тебя как зовут-то, боец? Петька. Васильев. Давай, Петька Васильев, веди нас к этому Осипу. А вдруг он? Вот и узнаем. Петька, погоди. И так быстро. Нормально все со мной. Сам понимаешь. И тебе не по коридорам ходить. Вот чтобы ты заткнулся. А то что? Пойдем. Ha ha ha!
Матин! Оружие собрать, мотоцикл с дороги убрать. Чего? Не учат этому вас в мобиле? Давай. Я все надеялся, он тебя струей заденет. Отделение смирно! Вольно, бойцы, отдыхайте. Здравия желаю, товарищ генерал. Что сейчас такое? Как вы себе это представляете? Я сейчас передовой. Люди устали ждать. И немцы тоже устали. Все теряют бдительность. И мы можем этим воспользоваться. Вы слишком слабы сейчас, чтобы идти на такой шаг. Смотрите. Пойдем отсюда. Здесь нас прикроют, поэтому должно получиться. Когда дойдем сюда, уходим влево и потом проводим атаку с фланга. Да это самоубийство. Ну что же, товарищ генерал-майор, я ваше мнение услышал, но это приказ. Вы что, не понимаете, что мы батальон угробим? Мы дивизию здесь положим. Нам же их даже артиллерии нельзя поддержать. У нас катюши все уничтожены. Вы что хотите? Смерти людей? Я хочу победы. Это ясно? Любой ценой. Если я здесь должен умереть, я умру. Только умирать-то не вам. Вы туда не пойдете. Зато пойдете вы. Не понял. Вы меня услышали. Отправляйтесь вместе со всеми на передовую и обеспечьте успешное проведение операции. Выполняйте. Один живет. С женой и с дочкой. Семенов, здесь останешься. Если что, подашь сигнал. Кстати, мычать умеешь? А, так я и остался. Нас вдвоем на задание отправили. Вдвоем и в дом пойдем. Если хочешь, чтобы мы подохли вдвоем, то пошли. А если там враг, меня прикрывать кто будет? Петька. Господи, что у вас там стряслось-то? В дом зайди. За стол сели, все быстро. Если кто дернется, пристрелю. Краснов? Атаман Краснов? Он самый. Ну вот. А ты спрашиваешь, кто на партизан навел? Это в прошлом. Я после Краснова сюда бежал, женился. И я никого не сдавал. Мелчок, мы еще выясним. А пока есть у меня к тебе ряд вопросов. Я отвечать советую искренне, потому что если соврешь ты, пострадают остальные. Мне скрывать нечего. Спрашивай. Полицай.
я им сообщить никак не мог, клянусь. Ну, бывает, они ко мне за самогонкой ходят. Дам им бутылку, уйдут. Тогда спрячь нас. Можно в курятник. Только выход один. Через окно. Нет! Нет, нет! Я с собой возьму. Открывай. Осип! А ну, открывай! Иду! Иду, иду, иду! Открывай! Иду, иду! 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 Открывай! Иду, иду! Осип! О, а я как чувствовал, что зайдете. Самогоночки вам приготовил. А мы не за ней? Так ее тоже забрать можем, раз уж приготовил, а? Так она мне не жалко. Угощайтесь! На здоровье! Стирает. На озеро пошла. Белья накопилось, вот она и пошла. А, так чем я вам могу? А нам петух твой нужен. Петух? Да, петух. Человек в Немеш приехал. Слышал, наверное. Вот вздумалось ему петушиные бои посмотреть. Только вы сами-то туда не лезьте. Сами туда не лезьте, а то мор какой-то начался. Вчера уж двух несушек схоронил. Так, Алюшин, это безопасно. У самого раньше мать курей держала, так что знаю. Давай-ка сюда. Вот он. Красавец. Все, Алис, можем идти. Радиодетали нужны. В городе был радиоузел. Только я не уверен, что вы там что-то сможете найти. Тем более, там теперь сидят немцы. Это уже наша забота. На карте показать сможешь? Могу. Расскажи, кто там к вам приехал? Говорят, какая-то шишка важная. Кто, не знаю. Говорят, из Берлина. Кто-то из Абвера. То ли правая рука фон Кюхлера, то ли сам Кюхлер. И что ему здесь нужно? Я не знаю, но петухи — это для него. Хочет бои петушины устроить. А для него здесь все, что не потребует, все делают. Я видел, его по городу водили, так у него охраны. Будто сам Гитлер пожаловал. Ну, а есть какая-то возможность узнать, кто это на самом деле? Ну, есть один человек. Переводчик. Сушков его фамилия. Mm-hmm. Он там прямо в штабе при немцах и работает. А нашим передает информацию. Вот он мог бы узнать. Но только я его не знаю. А как же он тебе информацию передавал? Так при парикмахерской девушка есть одна, Олеся. Вот она у них и была связной. Господи, ты чего вырядилась-то? Так вы здесь не потому, что партизан убили? Это уже не твое дело. Сейчас нам нужна эта Олеся. Завтра утром могу отвезти вас в парикмахерскую. Да, кстати, доктор у вас тут есть местный?
не нужен мне доктор. Есть ветеринарша одна, Барбара. Я сказал, никто мне не нужен. Где радиоузел? Вот здесь. Добро. Мы еще вернемся. Интересно, все приближенные фон Кюхлера такие, как этот Эркерт? Никто не выбирает своих протеже так внимательно, как это делаете вы. Вы совершенно правы, мой дорогой Конрад. Я не люблю дураков. И все же до окончательного решения на Волховском фронте нам придется терпеть его общество. Алис! Господин Эркерт, у нас есть еще один сюрприз для вас. Позвольте. Что? Еще один петушиный бой? Нет, гораздо интересней. Давай его сюда. Ну что, есть кто-нибудь, желающий показать всю мощь Германии? Я хочу. Давай, мы поддержим тебя. Есть еще один немаловажный момент. Успех на Волховском фронте – это успех не только Кюхлера и нашей армии. То, что гораздо важнее, это наш личный с вами успех. Я делаю для этого все возможное, дорогой фон Бергер. Добавки не надо. Уходим. Ого. Ничего себе вам досталось. Главное дело сделали. А это все пустяки. Шрам украшает мужчину. Да, красавица? Давайте зашьем. Заши. Спасибо. Сейчас. Ну и что дальше? Завтра к этой вашей Олесе пойдем. А сейчас всем спать. Кроме нас с тобой. Спать будем по очереди. Пересмена через 3 часа. Уверен? А то ведь нас послали сюда вдвоем, так может спать вдвоем будем, а? Семенов. Ты первый дежуришь. Что это? Это приказ ставки не проводить контрнаступление. Если Лосев предатель, он сделает все, чтобы его проигнорировать. А там посмотрим. Не спать, не спать. Давайте, ребятки, приготовимся. Прошу вас, лучше вернуться в штаб. Здесь небезопасно. Готовность полчаса. Товарищ офицер, ну, товарищ генерал! Вам приказ из ставки! Никаких контратак не проводить. Держать позиции. Как вы?
Я помогу встать. Хорошо. Грузите его в лазарет быстрее! Дальше-то как? Товарищ генерал, что в Ставке говорят? Что? Не знаю. Не успел доложить. Давай, дуй его в лазарет. Узнай, когда Нарочного на ноги поднимет. Есть. Не стойте здесь, шальные летают. Я мигом. Вот 5 минут осталось. Всем приготовиться. Что там в сапедах? Видел кого, нет? Нет, полицейские. Всех положили. Если бы мы там были, 5 уложить бы смогли. Я бы одного прихватил, а то и 2. Я этого Алиса найду. С 5 патронами и вот это его... Твоей сякиркой, что ли? А я его голыми руками катушу. Гора, сова, сапетля. Стоп. Стоп, командир. Дорога. И, кажется, едет кто-то. Встретим командира. Заодно сброю добудем, а? Командир. Хорошо. Партизан, ты что? Должно пораненный по лесу бег и тут помер. Так ты проверь его. Забега! 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 Живой! Живой! Трупы в лес, быстро! Командир, командир, я смог. Я смог, командир. У меня получилось. У меня все получилось. Ты молодец, ты все смог. Ты молодец, молодец. У тебя все получилось. Легенду повтори. Ну, это вы, мой племянник, Вацлав, приехали из соседней деревни Борки на заработки. Только не вы, а ты. А, ну да. Так, а я? А ты здесь останешься? Дядя Осип только один племянник. Нет, так не пойдет. Достал ты меня до самой крайности. Ты сам посуди. Ты хромой, немецкого не знаешь, польского не знаешь. Это вся история до первого патруля. Провалишь нам операцию. Я тебе обещаю,
Найду Сушкова, доставлю его сюда. Договор? Договор. Поехали! И помните, товарищ Семенов, нам нужна правда и только правда. Есть основания полагать, что Волков может подыгрывать Лосеву. Этого допустить нельзя. На кону судьба фронта. Вам ясно? Хозяйка, адрес у этой парикмахерской есть? Дрожецкая, 2. Знаешь, где это? Стой. Дальше я сам. Отсюда никуда. Следи за домом. Потом расскажешь. Держи. Все понял? А я бы мог помочь тебе с братом. Ну так помоги. Все в твоих руках. Например, бритва. Вот дрогнет моя рука, и будешь до конца жизни улыбаться широко. Ну ты все-таки подумай. Здравствуй, Олесь. Самогонщик. Задрали твоего петуха вчера. Задрали. Так это, может, мы попозже зайдем? Стоять. Тебя, самогонщик, я знаю. Это кто такой? Вацлав, племянник мой. Приехали на заработки. Приехали. С кем приехали? Так это, один и приехали. Чувствовал. Документы есть? Конечно. Вацлав, медленно. Из кармана все на стол. Бурков, просто голову. Вот я и болтаюсь туда-сюда. А дядя Осип обещал помочь. Если мотаться не буду, с голоду ноги протяну. А в цирюльне что забыл? Так ведь... Помощник мне нужен. До войны здесь 5 человек работало, а сейчас я одна. Воды принеси, нагрей, бритву наточи. Я Осипу давно говорила. Так как есть говорила, вот я и подумал, что... А мне почему не сказала? А ты не о том спрашивал. Только это, хозяйка, нам по деньгам бы договориться, ага. И мне бы самому с дороги побриться. Ну, это можно. Только за работу денег много не дам. Так что твое дело. Как мои документы? В порядке, пан? Я тебе не пан. В этом году ягоды много народилось. Много, но не каждый найдет. Пообщаться бы. Не здесь. Осип покажет место. Сегодня в 2 часа. Несмотря на приказ, Лосев начал контрнаступление. И у вас что, остались какие-то еще сомнения? Да, но из его штаба доложили, что приказ не дошел.
Я думаю, следует дождаться выхода на связь нашей группы Семенова и Волкова. Сколько можно ждать? А если они вообще погибли? Товарищ комиссар, прошу вас хотя бы двое суток. Мало ли что могло произойти, рация могла выйти из строя. Надо подождать. А за это время Лосев твой еще что-нибудь натворит? Ты знаешь, сколько людей за ночь потерял? А начальника штаба Гончара, который попытался ему возразить, отправил в самое пекло. Я понимаю, но... Что вы понимаете, товарищ Ермаков? Он завтра пол армии угробит. Виктор Семенович, пока еще нет доказательств предательства Лосева. Я понимаю, что к его плану контрнаступления есть вопросы. Но я верю. У нас нет времени играть в верю-не верю. Езжайте туда и на месте разберитесь, что происходит. Получал Лосев приказ, не получал Лосев приказ. Если у вас возникнут хоть малейшие сомнения, отстраняйте его от командования фронтом и везите сюда. Полномочий у вас достаточно. Есть. Ну что, не взяла тебя Олеся? К деньгам не договорились. Больше хочешь, да? А кто не хочет? Ну да. Гляди, руки распускать будешь, казню. Как можно, Пам, как вы могли такую мысль даже допустить? Я же... Как вас зовут, простите? Алис меня зовут. Выпьешь? Или ты Осипу Скалотраву предпочитаешь? За знакомство святое дело. На. Ну, давай. Ты говоришь, голодно в барках? Партизаны одолевают. Житья не дают никакого. Ну, у нас, знаешь, тоже неспокойно бывает. Все ж потише как-то. Боксер? Давай не придуривайся. Я тоже двойной занимался. А, это не, не, я не умею. Это... Давай, давай. Давай. Это не просьба. Пам, погодите, ну как можно? Вы сами посудите. Такого уважаемого в городе человека руками трогать, ну как я могу? Это не просьба. Видишь, все по-честному будет. Давай, давай. Да не буду я, Пам, ну что вы? Ну, а? Ну, давай, давай, давай. Давай, давай, иди сюда. Ну, вставай, вставай! Ну. Давай, вставай, подъем! Ну. Да не умею я, Пан! Давай, давай, сюда, ну! Хватит плясать, давай, бейся! Вставай, вставай, все ты разлегся-то, на! Простите, Панарис, я не, нечаянно, а ног. Ну, Васлав, тупина, вы уж простите его, а вот его, ну, случайно он это не рассчитал. Простите, пожалуйста, ну, сам не понимаю, как оно. Панарис. Вы же обещали. Волков, уйди. Уйди. Вы же обещали. Ради бога, простите, я не хотел. А ты не трус.
доверять оружие самогонщику. Ты вроде как работаешь. В комендатуру ко мне пойдешь? Это я не умею, мне попросят что-нибудь. Я порядка ваших не знаю совсем. Ну, если с дядей Осипом не получится, я сразу к вам. Ну да. Тем более платят ты все равно побольше, чем цивильно. Ну да. Алис, надо поговорить срочно. Ну, увидимся еще. Васл. Наших убили в паре километров от города, всех троих. Машину не взяли, а вот оружие украли. Значит, ваш рейд вряд ли можно признать успешным. Не всех партизан уничтожили. А может, это не партизаны? Нападения участились. Уже прямо в городе кто-то орудует. На радиоузел напали. А еще сегодня в Цирюльне я встретил крайне подозрительного человека. Некий Вацлав. Якобы племянник самогонщика. Вот это уже интересно. Так я и говорю, не похоже на партизан. Да и Вацлав этот не так прост, как кажется. Дайте мне несколько человек. С местными каши не сваришь, нужны солдаты. Я переверну, Позвольте-ка я сам. Я сам разберусь с этим Вацлавом. А вы, дорогой Алис, приведите ко мне самогонщика. По поводу людей я распоряжусь. Идите. Я не подведу. Идите. Что вы, небось, заскучали здесь? Заскучаюсь. Ничего. Здесь живой, товарищ Иванович. Замечал. За мной. Командующий часто ездит на передовую. Да каждый день! Да вы не беспокойтесь, он сейчас собирался обратно вернуться. Так скоро будет. Все. Тормози. Товарищ майор государственной безопасности. Начальник штаба генерал-майор Гончар. Здравия желаю. Очень приятно, Ермаков. А вы к нам? Из Москвы. А, к Лосеву? К Лосеву. Ну, давайте вас провожу. Давайте. Говорят, вы лично участвовали в прорыве? Так точно было дело. Ну что, может, с дороги чайку? Чайку? Прошу. Очень хорошо. Ну и что вы скажете? Оправданно это было? Ну, я стараюсь не обсуждать приказы начальства. Не скрою. С Лосем у нас был небольшой конфликт по этому поводу, но теперь все в порядке. Все-таки одно общее дело делаем. Хотя вроде вставки против были, как правило. С чего вы взяли? Так как Нарчин же прибыл с пакетом. Товарищ генерал! Вам приказ из ставки! Меня там рядом не было, я разговора не слышал, но будто бы он ему передал приказ, а тут снаряд взорвался, и приказ исчез. Приказ исчез. А где Нарочный, жив?
жив. Ранен тяжело, но живой. Это хорошо. Ну, а я тут вашего гостя чаем угощаю. Ну, рад знакомству. Да. Да. Здорово. Муха, что ты здесь делаешь? Ну, хотя бы предупредил, а? Плохо дело, Володь. В Москве есть мнение, что ты работаешь на немцев. Что за чушь? Ты серьезно, что ли? Ты почему приказ ставки не выполнил? Какой приказ? Я ничего не получил. И кто-то может это подтвердить? А моего слова тебе недостаточно? Недостаточно, Володь. В Москве недостаточно. Сам знаешь. Мне, в общем, нужно поговорить с этим Нарочным. Я очень надеюсь, что он подтвердит то, что ты рассказываешь. Поговорим. Правда, он сейчас без сознания. Ладно, Леша, что-то мы не с того начали разговор. У меня сейчас серьезное дело. Ты давай, допивай свой чай, я адъютанта к тебе пришлю, он проводит меня в лазарет. А потом уже, когда все утрясется, посидим, поговорим без нервов. Надо же. Я работаю на немцев. Здесь уже таких не осталось. Нас из Москвы прислали проверить некоторую информацию. Вы про Сушкова что-нибудь знаете? Он был переводчиком в замке у немцев. Доверяли ему абсолютно. Срочно передает в отряд генерал Лосев, предатель. Он передал мне какой-то фотоаппарат. Заберите. Где теперь этот фотоаппарат? Я сразу передала его Кольцу в партизанский отряд. А на следующий день они висели. С Ушковым что было дальше? За ним гнались. Но на виселице его не было, это точно. Если он жив, то, скорее всего, его держат в замке. Но точно я не знаю. А ты-то чего в замке делал, когда тебе Сушков фотоаппарат передал? А мы уже на «ты». Каждый четверг я брею Клюге, начальника охраны. Понятно. Встречаться будем тебя в парикмахерской. Алис вроде не поверил. На всякий случай нужен твой домашний адрес. Волошинская, 23. Квартиры нет. Это дом. Женьшок-то как заходит. Это как бы не столкнуться ненароком. Спасибо, добавки не надо. А вам кажется это смешным? А ты хоть знаешь, каково это? Ежедневно терпеть приставания Алиса и подобных ему, когда в руках у тебя бритва. Простите, ляпнул, не подумав. Извините меня, Алиса. Сказал, город не соваться. Еще возле парикмахерской тебя срисовал, когда ты Валя соцелился. Ты мне чуть операцию не сорвал. Согласно инструкции, мы обязаны действовать вдвоем. Да пошел ты со своими инструкциями. Что она тебе сказала? Где Сушков?
Где переводчик? Нервишки сдают, особист. Куколку забери. Уходим. Конечно, господин фон Кюхлер, конечно. Все идет по графику. Да, операция в активном режиме. Но излишняя спешка может погубить все планы. Агент Улан продолжает работать согласно... Что? Я понимаю, да, но... Да, конечно. Ну что вы, я вовсе не собирался спорить, просто... Да, слушаюсь. Конечно, ясно. Мы подключим дополнительные ресурсы. Майор Сергеев, вы меня помните? А, ну да, конечно, помню, майор. Как служба? Бьем врага, товарищ майор. Ну и он вас бьет. Я смотрю, повел вас Лосев в самое пекло. Ну, бывает. Что касается Владимира Павловича, он же нам как отец родной. Мы за Владимира Павловича хоть в огонь, хоть в воду. Ну, а что касаемо потерь, так война ж. Ладно, майор. Спасибо тебе. Удачи. Извини, спешу. Спасибо вам. А это что за майор ваш? Хороший мужик. Добрый день. Просыпайся, боец. Сестра! Когда он умер? Как умер? Он только что живой. Я только что записала. Так, тихо. Кто-нибудь сюда еще заходил, кроме Никого вас? Не было. Никого. Вы все время здесь находились? Я только на секунду. Свободны. Майор, охрану сюда быстро. Есть. Чтобы никого не впускали. И тихо, без шума. Кузов давай, кузов. Куда мы уедем? Да все равно, лишь бы подальше отсюда. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Мы это переживем. Да как ты не понимаешь? Или те, или эти все равно убьют. Ты никому не спой. Давай, подумай. Осип, давай уедем. Все это добром не кончится. Короче, если Сушков живой, он в замке. Туда не попасть. Это ж крепость, самая настоящая. Я не понял. Ты задание собираешься выполнять или нет? Надо все как следует обдумать. Хорошо бы с центром связаться. Согласно инструкции. Семенов, ты когда подтереться собираешься, у тебя случайно рука рефлекторная не дергается. С центром связаться, инструкции почитать, обдумать все как следует. Дергается?
Собрался куда, самогонщик? Всех это. В город? На рынок хотел? Чего там на рынке-то? Так, всякое. А племяшка где? В городе остался. Работу ищет. В замке? Вацлав твой. Только никакой он не Вацлав. Сдал тебя, племянничек? Я не понимаю. А что непонятно? Ты однорукий жизнью дочери своей рисковал. А ради кого? Я не понимаю. Может, ты мне объяснишь? Нормальный отец так поступать не должен. Чистый мят. Держи. Беги. Беги, дура! Не стреляй! Лиза! Пусти! Я прошу тебя, пусти! Пусти! Она ни при чем! Пусти ее! Я все скажу! Пусти! Я все скажу! Ты мне все скажешь. Пусть ты воевал, старик. Они тебе отходили, а ты им все равно. За что же ты воевал, старик? Дяденьки, я партизан видел там в лесу. Чего тебе надо? Партизаны. Что он говорит? Ферштейн? Какие партизаны? О чем он? Четко ему сказал ждать здесь. Дождался. Пойдем. Стой. Куда ты идешь? А если там засада? Не по инструкции будет. Теперь пойдем. Есть. Руки вверх. Или я стреляю. Руки можешь опустить. Нету никого здесь больше. Thank you.
Это ведь твой? Да, мой. Нарочный мертв. Как? Да вот так. Был жив и через минуту мертв. Это при том, что он единственный, кто мог подтвердить или опровергнуть, получил ты приказ из ставки или не получил. А ко всему еще, недалеко от тела, я нахожу твой портсигар. Так вот, значит, как разговор пошел. Алексей Емельянович, вот что я тебе скажу. Я командующий фронтом, и отчитываться перед тобой не обязан. Отчитываться не обязан. А у меня приказ и особые полномочия сопроводить тебя в Москву. Да. И в этом ты подчиниться будешь должен. Ты с ума сошел, а? Уехать сейчас? Ты понимаешь, что если я покину фронт и не приведу свой план в действие, погибнут сотни тысяч людей. Сотни! Володь, я папироску возьму? Возьми. Я надеюсь, в Москве быстро разберутся, и ты вернешься. Разберутся. Мы разминулись буквально на полчаса. Что там произошло, до конца не ясно. Осип, его жена и ребенок исчезли. А что же с ними стало? Олеся, нам очень надо попасть в замок. В замок? Ну, это невозможно. Тем не менее, может, вы знаете, как туда попасть, не привлекая внимания? Ну, есть один способ. Но я не уверена, что получится. Волков боялся в лес не соваться. В конце тоннеля, с правой стороны, будет проход. Его недавно заделали. Он ведет во внутренний двор тюрьмы, к камерам смертников. Сюда? Да. Я первый. Думаешь, ей можно доверять? Согласно инструкциям. Семенов, я тебе сказал, не хочешь, не ходи. Я тебя не об этом спросил. Ну вот. Как она и говорила. Я первый пойду, ты меня прикроешь, если все будет совсем плохо. Возвращайся один. Понял? Давай, ломай. Thank you.
меня от моих друзей. Господи. А с врагами я сам справлюсь. Ну, здравствуй, Волков. Что случилось? Где Васлов? Не знаю. Мне нужен врач. Осип говорил про какую-то Барбару. Знаешь ее? Да. Но что произошло? У меня нет полномочий вводить вас в курс дела. У меня есть аптечка. Ну, может, я сама смогу вам помочь? От вас требуется отвезти меня к врачу, и все. А то я уже скучать начал. Не думал, что снова встретимся. Как там сказал Конфуций? Сиди на берегу реки и жди, пока мимо проплывет труп твоего врага. Так и получилось. Спасибо, добавки не надо. Что ты забыл в Немеже? Тебя, суку, забыл кончить, поэтому вернулся. Юмор тебя не спасет, Волков. Ты сдохнешь в этом подвале страшной, мучительной смерти. А мне все плевать. Расскажешь ты мне что-нибудь или нет. Мне важен процесс. Так. На раз, два, три. Расскажешь ты мне что-нибудь или нет. Мне важен процесс. Так. На раз, два, три. Господин Бюцов. Хотел показать нашему гостю, как мы работаем. Доложите, господин Бюцов. Русский шпион и диверсант Волков задержан при попытке проникнуть в замок. С какой целью? Я как раз пытаюсь выяснить. Что у вас за методы, господин Бергер? Я думал, такие инструменты в ходу лишь на Лубянке. Уберите это. Так точно. Мягче надо быть. Мягче. И тогда человек повернется к вам лицом. Пойдет навстречу. А если к утру не начнет говорить, расстреляйте. Так точно. Переведите ему. Не нужно. Он понимает немецкий. Тем лучше. Хайле Гитлер!
Люцев, я буду скучать. Это кто? Свои. Свои. Ему с ногой надо помочь. Ладно, пошли. Жена моя, Барбара, она вас посмотрит. Раздевайтесь. Это что? Я гробовщик. Показывайте, что у вас там. Пусть он отойдет. Если ты нам не доверяешь, можешь ковылять дальше. Согласно инструкции, я не могу доверять вам полностью. Тихо, тихо. Так, заражение уже пошло. Нужно вскрыть нарыв. Ложитесь. Нет, никаких уколов, а то я знаю вас. Проснусь в одном из этих ящиков. Хорошо, но будет больно. Потерплю. Про Осипа, знаете что? Нет. Точно. Точно. Тварь! Партизан. Правильно, молчите. До последнего нужно надеяться, что тебя отпустят отсюда. И держать язык за зубами, чтобы не сказать лишнего. Только это камера смертников. И выход отсюда один, на тот свет. Вот раньше осужденным исполняли последнее желание. Ну, там кому сигарету, кому кофе крепкий. А я бы черничного попросил. Говорят, в этом году ягоды много. Может, и много. Они, кажется, найдут. Сушков. Волков. Товарищ генерал. Понял. Значит, я хочу сказать, товарищи офицеры, отъезд генерала Лосева я обсуждать не стану. И более того, я никому не позволю этого делать здесь. Это не наше с вами дело. Не наше. Садитесь. Наше дело – фронт. А дела у нас сейчас на фронте. После того, как немецкие диверсанты уничтожили наши «Катюши» на прошлой неделе, наши позиции сильно ослаблены, очень сильно. И если немцы начнут наступление, мы рискуем понести еще большие потери. И, возможно, сдадим все позиции по всей линии фронта. Поэтому я предлагаю отступить. Как? Тише, 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 тише. Отступление будет нести тактический характер.
Вот здесь, на этой линии, мы окопаемся. И тем самым заманим противника в ловушку. И когда немец ринется сюда в наступление, мы возьмем его в котел. А что, если немцы воспользуются нашим маневром? И начнут наступление раньше, прежде чем мы успеем скрепить наши новые рубежи. Не воспользуются. Пока они поймут, что к чему, у нас уже будет поддержка, артиллерия. Подкрепление уже движется в нашем направлении. Ну а почему нельзя подкрепление дождаться здесь? Да потому что артиллерия будет здесь через трое суток. Выйдем навстречу, сэкономим время, остаемся здесь, и уже эту артиллерию очень многие из нас не увидят. Да мы продержимся. Братцы, ну, конечно. Так, товарищ офицер, решение принято. Приказываю приступить к подготовке. Есть, есть. Есть. Что именно вы передали партизанам? А что, разве вам это не передали в Москву? Мне сказали, что есть непроверенная информация. Как непроверенная? Я лично фотографировал эти бумаги. Вы знаете, что случилось с отрядом? Может. Их кто-то сдал. А случилось это сразу после вашего ареста. Вот вы о чем. С приездом Эркерта количество патрулей увеличилось вдвое. Они просто могли вычислить партизана. Вот и все. Так себе версия. Скажите мне про этого Эркерта. Кто он в Абвере? Он не из Абвера. Эркер – человек фельдмаршала Фенкюхлера, который проводит операции на Волховском фронте. Именно на том фронте, которым командует генерал Лосев. Я знаю, вы не хотите в это верить. Я тоже не хотел. Но генерал Лосев – предатель. Я лично видел бумаги, которые доказывают это. Найденный портсигар – слабое косвенное доказательство. Лосев мог его раньше потерять, а злоумышленник нашел и подбросил. Злоумышленник. А мотив? Ну, кому, кроме Лосева, была выгодна смерть Нарочного? Тому, кто хочет дискредитировать командующего фронтом. Опять за свое. А если нет никакого злоумышленника, а есть просто неумелый преступник, спасающий свою шкуру? Товарищ комиссар, допустим, Лосев крот. Допустим. Тогда для нас полезнее, чтобы он пока как раз оставался на свободе. Мои люди установили наблюдение за квартирой Лосева. Его круглосуточно ведут несколько десятков человек. Лосев от нас никуда не денется.
Петр, отпустите! Если бы мы у тебя стать хотели, то давно бы уже встали. Оружие где мое? Наверху! Отпусти ты! Успокойся, дурак. Зла здесь тебе никто не желает. А оружие у тебя собрали, чтобы ты тут дел не натворил. Такую операцию без укола ты бы не выдержал. Шмалять бы стал и всех нас бы выдал. А без операции мог ногу потерять. Или еще чего хуже. Какого черта в гроб меня засунули? Так надежно. Держи. Ладно. Спасибо. Долго без сознания был. Ну как? Ты всю дорогу спал? Ну, где-то около 8 часов прошло. Про напарника моего что-нибудь удалось узнать? Нет. Мы только выяснили, что стало с Осипом. Даже дочку не пощадили. Там пацан еще был. Да, Петька. Отсюда никуда. Следи за домом. Потом расскажешь. Хуже. Его тоже. Знаешь, кто это сделал? Алис. Эй. Осталось 3 часа. До чего? До нашей смерти. Я слышал разговор 2 охранников. Нас расстреляют сегодня в полдень. Но я знаю, как отсюда можно бежать. Как? Когда я работал переводчиком, я часто приходил сюда. Многих допрашивали, и я приводил. Есть 2 способа пройти к камерам. Основной путь серьезно охраняется, но есть и другой. Он почти не используется, а охраняется слабо. Если вы все это знали, почему не бежали сами? Ну, я слабый человек, и в одиночку мне с охраной не справиться. А вот с вами у меня появился шанс. Если Лосев крот, он постарается выйти на связь с немецким резидентом. А так как он сейчас фактически отрезан от фронта, он будет искать варианты связи с немцами здесь, в Москве. И если это произойдет, мы накроем не только Лосева, но и всю немецкую резидентуру Москвы. При условии, если такая резидентура существует. Если мы сейчас арестуем Лосева... Была б моя воля, я б твоего Лосева... Он, конечно, попытается встретиться с Верховным и убедить его, что он ни при чем. Но я постараюсь сделать так, чтобы этого не произошло. Выходите, оба. Выходите, я сказал. Скорее. Быстрее. Вот он. Стреляй! Он убегает. Поскребушев у аппарата. Послушайте, нельзя без записи. Понял. Что? Так точно. Что происходит? Я говорил, я сказал, что... Я разберусь.
Я должен передать служебную записку товарищу Сталину. Передайте мне. Лично. Верховный главнокомандующий без записи не принимает. Я могу вас записать и... Коль, давай без этого. Дай мне поговорить с ним. 5 минут, не больше. Что значит «дай»? Я не могу дать. У меня приказ никого к нему не пускать. Никого. Особенно тебя. Вот как. Ясно. Абакумов? Не понял. Да все ты понял, Коля. Эй, ты, остановись! Стоять, я сказал! Стоять! Быстрей, за ним! Где он? Вверх по лестнице, быстрее! Стоять! Стоять, говорю! Пособник партизан. Вот этих партизан. Кто это? Переводчик Сушков. И так будет с каждым. Если кто-то в вашей семье связан с партизанами или так называемым сопротивлением, вы еще можете спастись. И спасти своих друзей. Я думаю, нам пора идти. Не стоит искушать судьбу. Знаешь, где там врач живет? В противном случае... Всю вашу семью ждет та же участь. Бежать больше некуда. У вас есть 2 пути. Работа на Великую Германию или смерть. На всякий случай нужен твой домашний адрес. Волошинская, 23. Квартиры нет. Это дом. Шашки на голову, Рысью. Комдив. Да давно уж не комдив. Пойдем, а то чего мы на улице-то? Я тебя столько не видел. Да погоди, Вань. Не могу я. То есть ты чего, ты из-за слуха того, что ли? Из-за какого слуха? Да забудь, я этому супчику в зубы дал за такие слова про тебя. Ты ж легендарный командир Лосев. Ты мне жизнь спас, но если б не ты. А ты поможешь мне, Вань? Конечно, я для тебя все что угодно. Ты служишь в охране Верховного. Не могу, Володь, не проси. Да. Просто записку передай ему. Меня не пускают. А он разберется. Разберется. Ну, хочешь посмотреть, там нет ничего такого. Мне поговорить с ним нужно. Вань, ну ты же меня знаешь. Ну, не могу, я сказал же.
Понятно. Говорил все для меня. Да ты дослушай. Сталин сейчас на даче, у него там своя охрана, и мне туда никак, понимаешь? На даче? Ну да. Ладно, благодарю. Может, все-таки зайдешь? Как тебе удалось бежать? Сушков помог. А он где? Погиб. Ты ранен? Царапина. Рану нужно обработать. Есть сейчас. Да ерунда, я говорю, царапина. Снимай рубашку. Не хватало мне еще заражения. Как там? Напарничек-то мой. Да уж получше твоего, видимо. А то, переживая, как бы не натворил бы чего. Сдуру-то. Не переживай. Он в безопасности. Говорят, в этом году ягод много. Отзыв. Ягод-то много, да не каждый найдет. Ты очень рисковал. А если бы я работала на немцев? Так патрули везде. Мне деваться было больше некуда. Но вещи мои обыскал. Доверяй, но проверяй. Нашел, что хотел? Может, и нашел. Чернов, командир партизанского отряда. Вернее, то, что от него осталось. Как здесь оказались? С Алисом решили поквитаться. Да, видать, припозднились немножко. Дальше куда направляетесь? Что? Товарищ Чернов, отвечать на вопросы. Ранен у нас есть. Надо найти одного человека, должны помочь. Барбару? Она самая. Значит, соседями будем. Товарищ Семенов, можно еще один вопрос? Фанталис чем не угодил? Да тем же, чем и вам. Муж, жених. Брат. Иван. Угу. Немцы его забрали. Фотография — это все, что у меня от него осталось. Извини. Значит, ты не работаешь на немцев? Чего? Ты сама завела этот разговор.
Держись, Олега, держись. Кого же они так усиленно шукают по всему городу, если Сушков погиб? Говорят, он не один бежал. А с кем? Ну, я знаю, с кем. Если это так, то мы его скоро увидим. Тоже ваш, что? То, что мы встретились, это хорошо. С этого момента вы поступаете под мое командование. То есть, чтобы нас всех под твоим командованием и порешили, да? Нет уж, Дудки. Мы уходим при первой же возможности. У нас тут все дела закончены. Товарищ Чернов, вы и ваши люди обязаны мне подчиняться. А в случае неповиновения у меня есть все полномочия решить этот вопрос по законам военного времени. А гонор-то немного по законам военного времени. Ты мне бумажку покажи, а потом уж и разговор будет. Остаться на Трохин. Переждать. Ему идти точно никуда не надо. Идет кто-то. Командир. Все, в подвал. Сейчас, сейчас. Так, ну иди ты. Кто такой? Грибник. А у вас тут они ягоды. Проходи. Вот эта коллекция. Для фрицев. Mm-hmm. У меня заказывают, а потом сами в замок отвозят. И там уже хоронят. Понятно. Ну, а где москвичи-то заброшены? Потолковать с ними надо. Говорил же, знаю, кто это. Смотри-ка, сутки без меня, все еще живой. Это кто? Чернов. Слыхал, мужа? Партизаны? Как спаслись? Ты сам как сбежал? Узнаю друга. Как же я скучал без твоих допросов. Будет большой ошибкой доверять Волкову действовать в одиночку. Вам ясно, Семен? Только у врага может случиться всякое. Вы должны убедиться в том, что он вам не вред. Починился, что ли? Ты так и не ответил. Как тебе удалось сбежать? Когда вели в камеру смертников, заприметил там второй выход. Он почти не охранялся. Вот и воспользовался ситуацией. Ну а что Сушков? Видел его? Не. И вот еще, товарищ Семенов. Вы наделены особыми полномочиями. Если вдруг действия товарища Волкова будут мешать объективному расследованию, ну, скажем так, он будет скрывать информацию, врать вам, вы остановите его любой ценой. Любой ценой. Говорят, его убили при побеге. Как раз вчера. А еще говорят, он бежал не один. Странно. Убери пистолет, Семенов. Выстрелишь, наделаешь шуму. А здесь теперь по городу везде
патрули шествуют. Оно тебе надо? Еще раз повторяю. Ты Сушкова видел? Я тебе еще раз говорю, никогда не доставай оружие, если не собираешься им воспользоваться. Ты меня понял? Началась там какая-то суматоха, крики, шум, гам. Вроде как сбежал кто-то. Кто, я не уточнил. Но ситуацией воспользовался. Хочешь, мне верь, хочешь, не верь. Сушкова я не видел. В общем, предатель Лосев или нет, по-прежнему не ясно. Ты что, боец, петлицы не видишь или не узнал меня? Выходи. Товарищ генерал Лосев. Здравия желаю, товарищ генерал. Больно, дружище, вручай. Машину нужно позарезать. Да у меня там уже... Да знаю я. Не просто так ты катаешься. Все задания потом. Ответственность беру на себя. Понял? Давай, гуляй. Товарищ майор. Когда он связного выйдет, тогда и возьмем. Если, конечно, у всего этого нет другого объяснения. До встречи не может быть. Каждый метр охраняется. Черт. Соединяй с Абакумовым. Эх, Володя, Володя. Готово. Ермаков. Что у вас? Он едет не на встречу со связным. Похоже, он едет к даче товарища Сталина. Остановись любой ценой, Ермаков. Любой. Надо будет стрелять, стреляйте, понял? Понял, так точно. Гони, гони, гони! Все, приехали, Володь. Давай, выходи. Отойди с дороги. Не дури. У нас приказ. Остановить тебя любой ценой. Он гранату за собой бросил, дерево повалил, не могли продолжать преследование. Вот так и упустили. Он что, к Сталину с гранатой ехал? Я думаю, товарищ комиссар, граната в машине оказалась случайно. Мы расставили наших сотрудников везде, где он может появиться. Мне даже слов нет. Ты понимаешь, что будет, если об этом узнают там? Скажи мне, а вот ты действительно до сих пор веришь, что Лосев не виновен? Я верю, что необходимо доказать его вину, товарищ комиссар. Почитай. Шифровка от Семена. Твой Волков задание саботирует, расследованию препятствует. Только что я получил эту радиограмму от Семенова. В общем, у тебя есть только один шанс исправить положение. Это найти Лосева. Связался, наконец, с центром? Ты арестован. Оружие сдай. О как. Я же тебе говорил, не доставай пистолет, если не собираешься им воспользоваться. Волков, оружие сдай. Чего в Москву-то передал? На месте стой. У меня приказ. В случае саботажа стрелять на поражение. Стреляй.
Как из говна пуля. Добавки не надо. Живой? Нет, полностью. Соедините меня с Бергером. Это фон Кюхлер. Только что мне доложили, что Лосева отстранили от командования фронтом. Он еще на передовой или уже... Да, он в Москве. Только его не арестовали. Хочу тебе напомнить, что мы с тобой в одной лодке. Так что пора переходить к плану «Б». Я видел Сускова. И да, я с ним бежал. Так он подтвердил про Лосева? Слушай, во всей этой истории с камерой смертников слишком много вопросов. Ну, правда, как будто специально все построено, чтобы нас в чем-то убедить. Значит, подтвердил. Да, подтвердил. Я знал, что тебе этого будет достаточно. Только что-то здесь не так. И мой побег лишнее тому подтверждение. Нам кровь из носу надо эти документы достать, которые Сушков видел. Или взять одного из немцев, этого, Бергера, или Битца, или эту шишку, которая с фронта приехала. Какого черта я вообще должен тебе верить? Смешной. Я уже 100 раз мог дать тебе умереть, однако я этого не сделал. Да даже сейчас. Если я действительно хотел саботировать операцию, давно бы тебя пристрелил. А я только морду хотел тебе набить. Да, ну это весомый аргумент. Нам с тобой правду теперь узнать надо. Мне на Лосева плевать. Он мне ни друг, ни брат, ни сват. Если выяснится, что он действительно предатель, я первый сообщу об этом Ермакову, даю тебе слово. Но... если, как ты говоришь, нас сюда вдвоем прислали, то и до правды мы должны докопаться вдвоем. Добро? Добро. Только я все равно уже сообщил в центр, что ты саботируешь операцию. Так что в Москве тебя ждет служебное расследование. До Москвы, родного, еще дожить надо. Прости. Как дети, ей-богу. Разрешите? Войдите.
Добрый день. Запеленговали радиосигнал. На место направили людей, но пока ничего не нашли. Что ж, хорошо. Это все? Так точно. Кюхлер беспокоится из-за ситуации на Волховском фронте. Требует начинать следующий этап операции. Агент Гроза уже здесь? В коридоре. Зовите. Так точно. Проходите. Осколком. Он знал, что умирает, поэтому письмо. Вы специально приехали с фронта, чтобы передать его? Мне пора. Вы кого-то ждете? Вы арестованы. На выход. Она здесь ни при чем. Там разберемся. Руки. Хочешь по-плохому? Будет по-плохому. Ты кому тыкаешь? Я задал вопрос, солдат, кому тыкаешь? Боевому генералу, легендарному комдиву гражданской войны, ты... Крыса тыловая, пока наши парни и дети еще мясом наружу каждую пять земли поливает своей кровью. Ты щеки себе розовые откормил. Да отпустите вы уже! Семен. Это провокация. Я тебе покажу крысу. Да пошел ты, жене своей показывай. Давай, стреляй. Отпустите оружие. Иначе. Иначе что? Что иначе? Лосев вам еще что-нибудь передал? Только письмо уже. Где письмо? Письмо!
Вам придется проехать с нами. Минуту на сборы. Прежде всего, позвольте от лица полковника и от себя лично поблагодарить вас за сотрудничество. Когда я смогу увидеть брата? Скоро. Но для начала вы должны для нас кое-что сделать. Я же сделала все, что вы просили. И, как я сказал, мы с полковником вам очень признательны. Остался сущий пустяк. Вы должны сообщить русскому агенту, что Эркерт улетит из Немежа уже завтра. Это все? Да. Я могу идти? А их всех убьют? И этого русского агента тоже? Конкретно этого русского никто убивать не собирается. А вы вдруг стали переживать за его жизнь? Да нет, просто вы свободны. Берлин запрашивает отчет по операции, по всем ее этапам. Будьте добры, опишите подробно. Будет сделано. Именно улетает? Я так слышала. А что за Эркер? Некая шишка немецкая? Мы должны его взять. Согласен. Взять? Угу. Взять. Вы хоть представляете, сколько там охраны будет? Нас всего 4 человека. 5? А взять все равно придется. Желательно живым. Я с вами пойду. Мы с Акульчем эти леса знаем, как 5 пальцев. А у немцев на аэродром одна дорога. Ну вот. Вот и чудесно. Ну, а чекисты такие? Помирать вроде команды не было. Ты же понимаешь, что всего 2 варианта осталось. Да, ну, Олеся могла меня сдать и не раз, и не два. Да и тебя, кстати, тоже. Это же не случилось. Гробовщик с женой тоже могли. И этого, как ты говоришь, тоже не случилось. Я знаю, как это работает. Оставляют на игровой доске фигуры и позволяют им думать, что они ходят, как хотят. Суть в том, что мы немцам зачем-то нужны. Ты сам посуди, сколько раз мы могли кончить. И каждый раз в последнюю минуту какие-то чудеса начинаются. Хочешь сказать, что мы часть их плана? Давай так. Ты завтра на рожон не лезешь? Если будет совсем плохо, ты уйдешь и передашь Москве то, что мы знаем, а именно. Сушков перед смертью сказал, что видел документы, которые доказывают, что Лосев работает на немцев. Добро? Мужики! По возвращению в Берлин подам рапорт о вашем повышении. Ну или, по меньшей мере, о переводе из этого богом забытого места. Господин Бергер, это не пустой трёп. Я уже разговаривал с фон Кюхлером. Ничуть не сомневаюсь. Разрешите? Пройдите. Господин полковник, вы просили посмотреть отчет. Спасибо, положите на стол. Присоединяйтесь к нам. А вы быстро работаете, Конрад. Стараюсь. Позвольте взглянуть? Простите, господин генерал, еще слишком рано. Здесь не хватает целой главы, которая без вашего участия просто невозможна. А вы умеете заинтриговать. Предлагаю тост. За русского генерала Лосева, Улана, который приведет фон Кюхлера в Ленинград. За это. Голодный. Думаешь, я сюда столовой схожу?
Да ты мне скажи. Завтра все закончится. Поехали со мной в Москву. Я боюсь. А чего там бояться? Москва не страшная. Но если только в Марьиной Роще. Я за тебя боюсь. Вы же завтра напасть собираетесь на этого Эркерта. Приготовились. Давайте, поехали. Погоди! Сейчас нам за все ответишь, гад! Погоди, сначала обыскать. Я постараюсь. Руки! Руки! У него яд! Руку оторви! Руку! Не, ну как так? Ну вообще, ну! Ваня! Ванечка! Ваня! Ваня, Ванечка! Ванечка! Ваня! Ваня! Пойдем, пойдем, пойдем. Прошу к столу. Пойдем. Я думаю, вам есть о чем Господи, поговорить. Все, пойдем. О, Клюге. Вот и встретили. Жалко, что не я тебя. Как сказал? Это Клюге? Начальник охраны замка. Та еще сволочь. Что? Ты что в замке делала, когда тебе Сушков фотоаппарат передал? Каждый четверг я брею Клюге, начальника охраны. Не, ничего. У меня тоже ничего. Труп генерала забирайте и уходим. А труп нам еще зачем? За тем, что я так сказал. Чего? Ванечка, тебя скоро отпустят. И мне обещали, все будет как раньше. Кому обещали? Ванечка, да ты ешь, ешь. Ты что, Вань? Ты что, работаешь на них? Вань, послушай меня. Это все ради тебя, ради твоей семьи.
Ради детей, ради нас. Ради моей семьи. Я знать тебя не хочу. Вань, ну это же ради тебя. Это все ради тебя, ради твоей семьи. Да, я слышал, ради моей семьи. Так вот, у меня семьи нет, их убили. Мару, Иру, Мишу, всех. И жену, и детей. Нет. Знаешь почему? Потому что они евреи. Вот эти вот люди убили, а ты им служишь. Да они живы, мне обещали, их найдут, они живы, они Ваня! Они мертвы, их убили, понимаешь? И ты мертва, у меня больше нет сестры! Ну-ка, я думаю, нам надо всем немножко надо успокоиться. Сука! Сука! Увидите. Вы же обещали. Успокойтесь, все будет, как я обещал. Сядьте. Как-то все слишком легко получается, слишком просто. А что, если немцы подсунули Сушкову липу про то, что Лосев крот? И по каким-либо причинам липа до Москвы не дошла. Тут такие появляемся мы. Я очень удачно оказываюсь в одной камере с этим Сушковым. Вижу этого Эркерта, который потом сам к нам валится в руки. Слишком много совпадений. Только что взять с мертвеца? А я думал, как раз этого организаторы не планировали. А попроще можно? Хорошо, постараюсь попроще. Я думаю, Эркер сам не знал, какая роль отведена ему в этой партии. Он должен был попасть к нам в руки, рассказать, что знает, а именно, что Лосев – крот. А с таким языком нам никакие доказательства не нужны. Они просто Эркерта недооценили. Ну, допустим, ты прав. Дальше-то что? Пока у нас только одно преимущество. Они не знают, что Эркерт мертв. Я хочу знать правду. Правда заключается в том, что ваш брат ненавидит немцев, ненавидит вас, свою родную сестру, а я человек слова. Поэтому я вам обещаю, ему вернут всю его семью, как только все закончится. Живыми? Что? Вы умнее, чем кажетесь. Великий писатель Грибоедов верно определил суть вашей проблемы, Олеся. Горе от ума. Никогда не задавайте вопросов, ответы на которые вы не готовы услышать. Мне больше нечего вам добавить. Я подшил информацию о нападении на кортеж Эркерта, как вы просили. Отнесите в кабинет Бергера, он посмотрит. Я так боялась за тебя. А у тебя? Я тебя не совсем понимаю. Остро. Ты ей вчера брила клюги? Наверное, я не помню. Странно. Что? Я его видел сегодня. Он был не брит. Совсем. Убей меня. Что? Ну, убей. Давай. Я не могу по-другому. Не могу так больше. Теперь все. И брат, мне все равно. Что они тебе пообещали? Они сказали, что их отпустят. И жену, и брата, и их детей. А он сказал, что все, их больше нет. Я не могла по-другому, понимаешь? Я просто хотела, чтобы они были живы. Я не могла.
Ты виделась с братом? Да. Они держат его в замке. Я им больше не верю. Не собираюсь я тебя убивать. А зачем мне жить? Можешь нам помочь. Пойдешь к Бюсу, скажешь, что мы взяли Эркарта, везем его в Москву. Зачем? Пускай думают, что их план удался. Так они и так думают, что их план удался. Они даже отчет составили. Какой отчет? Бюсов сказал, чтобы подшили эту информацию о нападении на кортеж. Ты поможешь нам достать этот отчет, а я постараюсь вытащить твоего брата. Я обещаю. И после всего, что произошло, вы продолжаете считать, что Лосев невиновен? Много фактов, товарищ комиссар, против генерала Лосева. Но в то, что он предатель, я поверить не могу. Простите меня, Алексей Ильянович, но вы либо дурак, либо такой же предатель, как и Лосев. Знакомьтесь. Письмо, которое Лосев передал Ольшевскому. Там шифр. Какой шифр? Немецкий. Информация о количестве нашей живой силы и техники на Волховском фронте. Теперь понимаете? Понимаю. И все-таки, товарищ комиссар, я бы дождался информации от наших ребят из Немежа. Боюсь, что это уже ничего не изменит. Товарищи офицеры, ситуация у нас крайне тяжелая. Противник воспользовался нашим замешательством при отступлении и готовит массированную атаку. Мы должны как можно быстрее оставить наши позиции. Что значит как можно быстрее, товарищ генерал? Бежать, что ли? Если мы сейчас начнем драпать, завтра немцы закроют кольцо вокруг Ленинграда, а послезавтра захватят весь город. Раньше надо было думать, когда генерал Лосев своими планами армию истрепал. И никто. Никто ему слова не сказал поперек, кроме меня. А теперь надо действовать быстрее. Иначе завтра здесь камня на камне не останется. Тоже интересно, зачем? Если мы выполним свою задачу, все жертвы не напрасны. Мы можем ход войны переломить здесь и сейчас. А она наш единственный шанс на это. И что ты предлагаешь? Проберемся в замок. Через черный ход, как в прошлый раз? Ну зачем? Через парадный зайдем. Стоять.
Давай вещи собирать. Срочно попасть к господину Бюцову. Информация о партизанах. Господин Бюцов о вас никаких распоряжений не давал. Конечно, не давал. Ситуация чрезвычайная. Это очень срочно. Ожидайте. Взрыв! Бомба! Что случилось? Есть пострадавший? Зовите скорее врачей. Что произошло? Быстрее, врачей! Берите оружие, быстро! У нас есть пострадавшие. Нам нужно наверх. Ваши документы. Она со мной. Простите. Что вам здесь нужно? В кабинет. Сосёдом к Чернову. И ждите. Надо ее брата отсюда вытащить. Не дури, я сейчас здесь всех перестреляю. Если мы через 15 минут не вернемся, уезжайте без нас. Аккуратно. Уходить, пойдем. Быстрее. Это партизаны. А что там случилось? Мы не знаем, сколько их. Давайте быстрее. Грузовик. Задержите грузовик. Вот они. Быстрее. Мою машину, быстро! На, взгляни! Thank you.
Что еще? Все! Хана! Бензин кончился. Значит, дальше пешком. Он свернул до Барбара, потом выйти к соседнему партизанскому отряду. А ты? Нам еще до рации добраться. Надо передать в Москву, что у нас досье Бергера. А мне куда? С тобой? Тихо, тихо. Время заплатить за все. Посылка фашистская. А ну отставить! Ты у себя в Москве будешь командовать, понял? А ну отставить! Уходить надо! Да мы уйдем! От лишнего груза только избавимся! Дыши. 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 Спасибо. Спасибо, что поверил. Спасибо, что Ваню пытался спасти. Как тебя по-настоящему зовут? Жора. Георгий Волков. Бог не Микишка. У него своя книжка. Откуда стреляли? Центром надо связаться, передать информацию, а не личные счеты сводить. Нам подготовят эвакуацию. Вот отсюда. Есть что сказать? А толку? Давай, кончай, не тяни. Стойте! Стойте, не стрелять! Личный приказ Абакумова.
Можете идти. Прости, Володь, что тебе пришлось такое пережить. Мне жаль. Откуда? Ты знаешь, что мне пришлось пережить? Тебя хоть раз к стенке ставили? Ты мне не поверил, мне. После стольких лет дружбы, после того, как мы с тобой... Мы не могли пропустить такую информацию. Все указывало на тебя. Все. Тогда почему все это закончилось? Потому что мы только что получили радиограмму. Еще минуту, и мы могли бы не успеть. Ты знаешь, столько раз по смерти ходил, и в самое то время страшно не было, а теперь почему-то ноги отнимаются. Прости, генерал, но предатель в твоем штабе есть. Кто? Товарищи офицеры, то, что я вам сейчас скажу, мало кому понравится. И поверьте мне, это самому тоже не нравится. Но дальнейшее сопротивление немцам на нашем участке фронта считаю бессмысленным. А как же Ленинград? Молчать! Мы несем колоссальные потери. Поэтому слушайте мой приказ. Сегодня же тщательно спланировать и подготовить отход на более удобные и заранее подготовленные позиции. Да, да, отступить. Что вы на меня смотрите? Еще крови хочется? Кишок солдатских захотелось? Мало вам? Да как же это... Молчать! Я сказал выполнять приказ. Довести до личного состава. Выполнять! Оставить! Давай, генерал, Батя, живой! Вернулся! Как же? Вернулся, вернулся. Здорово. Ну ладно, хватит. Совсем, смотрю, субординацию забыли. Гончар уходит. Стоять! Стоять! Им чили рвать! Стоять! 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 Не стреляйте! Не стреляйте! Я генерал Гончар. Я генерал Гончар. У меня договоренность с генерал-фельдмаршалом фон Кюхлером. Вы меня должны к нему проводить. Понимаете меня вообще, нет? Да понимаем, понимаем. Что-то непонятно. Вот и все. И добавки не надо. Да, я бы и сам поверил. Фотография только старая, еще с Минска, Гай. Это все должно было еще раньше прийти через Тушкову, но там все полицаи спутали. Поэтому его потом специально посадили в камеру, чтобы он подтвердил лично. Что именно вы передали партизанам? А что, разве вам это не передали в Москву? Я лично фотографировал эти бумаги. Срочно передай это в отряд. Генерал Лосев, предатель. Здесь доказательства. Скажи, а с этим письмом что? Альшевский, получается, тоже на немцев работал? Нет, это Гончар. Это он подменил письмо. Ну, Гончар. Кто бы подумал. Как его завербовали? Перед войной стажировался в Германии. Там и завербовали. Да. Нарочного он убил? Он.
Ну, тот бы все равно свидетельствовал против меня. Ну, еще неизвестно, когда бы он очнулся. А тут твой портсигар на месте убийства. Твой мотив. Сделали бы свое дело. Но это не все. Бергер и фон Кюхлер с самого начала предполагали использовать своего человека. Думали, что это у них туз в рукаве. Этот жирный индюк Эркерт должен быть абсолютно уверен, что Лосев действительно наш агент. Хотите скормить его русским? И именно так, дорогой Конрад. Уж поверьте, люди на Лубянке говорят даже то, что из них не могли вытрясти в гестапо. Так что будьте уверены, Эркерт скажет под пытками все, что он знает. А знать он будет, что Лосев наш агент. Ты не только мне жизнь спас. Солдаты, гражданские, сдайся наши войска сейчас, как этого хотел Гончар, мы бы окончательно потеряли Ленинград. Так что спасибо тебе, капитан. Ну и что? Такая операция завершена успешно. Не вижу радости. Это что, из-за той девушки? Давно я тут уже, Алексей Емельянович. Не на фронт. А есть мнение, что ты будешь полезен здесь, в борьбе с немецкими диверсантами. Здесь, на территории Советского Союза. Георгий. Решите идти? Идите. Очнулся? Я арестован? Под присмотром. Пока ты тут валялся, вся операция провалилась к чертовой матери. Стоило мне на один день покинуть замок. Лосев вновь командующий. Меня благодаря вам отчитал лично Гиммлер. Мне очень жаль. Дайте мне еще один шанс. Я все исправлю. Как? Возьмешь штурмом Ленинград? Убьешь Сталина? Как, Пюцов? Дайте мне новое задание в Советском Союзе. Я не подведу. Я найду и убью Волкова. Я исправлю все ошибки. Я клянусь вам. Ладно. Будет тебе такое задание.